чего бы начать? Мать назвала меня Энолой. Справа налево это значит одна. Но мы всегда были вместе. И это было чудесно. Она была для меня всем. А теперь перейдем ко второму пункту. Неделю назад я проснулась, мама, и поняла, что мама пропала. Она так и не вернулась. И прямо сейчас я еду к своим братьям, Майкрофту и Шерлоку. Да, Шерлок Холмс, знаменитый сыщик, мой брат-гений. Он найдет ответы. Энола. Где шляпа и перчатки? Да есть шляпка, но от нее голова чешется. А перчаток нет. Боже мой. Дикая женщина вырастила дикого ребенка. Мы сделаем ее приемлемой для общества. Она кажется умной. Есть два пути, Энола. Твой и тот, что за тебя, выбирают другие. Пора найти маму. Игра началась. Чтобы скрыться от братьев, нужно что-то неожиданное. Я стану леди. Неплохой прогресс. Она в безопасности? Она не одна. Я виконт Тьюксбери. Он шалопай. Помоги мне, я не хочу погибнуть в поезде. Я до встречи с тобой вообще не хотела погибать. Что ты задумала, мама? У нее всегда была причина. Собственный подход. Может, она хочет изменить мир. Может, его пора изменить? Вставай, вставай! В отличие от нежных барышень, я не умею вышивать. Меня учили наблюдать и слушать. Меня учили драться. Я найду тебя, мама. Ты не умеешь вышивать? Энола Холмс.